Здравствуйте, дорогие друзья. Я чувствую себя такой каплей среди бурных вод океанских. Столько замечательных людей, столько эмоций. Будет сложно очень вернуться обратно в это капельное состояние и стать одним целым с океаном, который вот уже подступает ко мне. Это мои друзья, музыканты. Первое отделение будет посвящено камерной музыке. Во время этого выступления желающие могут совершенно спокойно между собой о чем-то молчать. Выключить, возможно, даже получится мобильный телефон, потому что музыка действительно такая камерная, настороженная, очень такая акварельная. Ну, а я, по мере возможности, буду рассказывать о том, что же замышляли композиторы. Вот три композитора у нас. Что же мы замышляли, создавая то или иное полотнище? Итак, первая пьеса называется «Декабрь». Это, да, придется признать, это моя пьеса. Thank you.
пьеса, это была пьеса Сережи. Была пьеса Сережи Клевенского «Лучше делать, чем не делать». Знаете, часто меня спрашивают, какое столетие мне наиболее близко и интересно. Наверное, 17 век. Действительно, 17 век, где каждый художник был и композитором, а композитор был архитектором, и одновременно создавались поэмы и открывались какие-то физические законы. А самое главное, была очень такая театральность и образность в музыке. Вот следующая композиция, она, наверное, посвящается тому, но, знаете, когда самолет пролетает над дачей, ну или в каком-то районе, да, когда он пролетает, тишина становится особенно явной, да? И точно так же ты чувствуешь уют и покой возле камина, когда за окном буря и непогода. Тогда особенно чувствуешь, как это важно и ценно находиться рядом с теплом. Вот об этом следующая пьеса. Thank you.
очень близка образность в музыке. И, наверное, очень приятно быть в музее. Вот та удивительная минута, когда у тебя в ушах наушники, ты слушаешь музыку, которая как-то созвучна с картинами. Я вам, ну, многие так делают, я рекомендую. А вот, например, известная история об Орфее и Эвридике. Ну, вы помните, в двух словах, там супруга Эвридика гуляла, ее ужалила змея, она оказалась в царстве Аида. И Орфей осмелился, спустился туда и сказал царю: «Я хочу, чтобы ты мою жену мне вернул». А сам играет при этом. Персефона, супруга царя, всплакнула, ну, любая женщина сразу поймет музыканта. Говорит: «Ну что тебе стоит? Ну давай сделаем поблажку, давай супругу его отпустим». И действительно отпустили, но с одним условием: «Орфей, ты не должен оборачиваться, что бы ни в них нет». «Нет, ну что значит, никаких поблажек? Договор, как говорится, дороже денег». И Орфей пошел на выход, не оборачивается, и ничего не слышит. Где деньги, не слышит, да? Почему ты моей маме не позвонил и так далее? Что такое? Как будто и жены нет. Они обманывают ли? Поворачивается, и действительно никого уже нет, потому что Эвридика машет: «Что же ты наделал?» И опять возвращается в жизнь. Он возвращается, надо как-то жить. Его приглашают на всевозможные посиделки. Вот там веселая музыка. Как правило, музыканты развлекают народ, а он все время грустит. Он говорит: «Прекратите, пожалуйста, товарищ Орфей, вы мешаете всему коллективу, надо как-то присоединяться». Все его пивают, закусывают, потому что сидите в углу, что-то там набираете, там непонятно. Ему за что платили? Он говорит: «Хорошо». Вот, ну, улыбается вроде, а царь опять возвращается в уголок и что-то там бормочет. Ну и в конце концов, знаете, это финал этой истории. Недовольные, весьма нетрезвые женщины его разорвали на куски. Вот об этом следующая пьеса. О том, как все-таки, наверное, значно относится общественность к музыкальным проявлениям. Thank you.
Thank you.
А сейчас будет пьеса Антоши Горбунова, и она вот со стороны и я, и Антоша, Сережи нет. А вот я, например, когда смотрю в зеркало на себя, или Антоша смотрит на меня, или я на него, мы понимаем, что в принципе хмурые мужики-то. Так вот на улице не подойдешь, лишний раз не спросишь. Да, насчет финансов и долг. Вот. И поэтому. Но хочется сделать сейчас такое признание, что на самом деле внутри мы, Сережа подавно, очень нежные существа. Вот. И вот эта следующая пьеса, она, наверное, посвящается такой вот, не посвящается даже, это такое, ну, это немножко о нежности, мужской нежности по отношению к миру, по отношению к жизни. той самой нежности, которую мы скрываем, потому что сейчас время такое, сейчас надо быть сильным, защищенным, а вот чтобы здоровый бугай, да еще и с гитарой признался в нежности, подумают странно, а тем не менее, это удивительно проникновенная пьеса. Давайте вместе послушаем. Thank you.
Наше первое отделение плавно подходит к концу. И в заключение мы исполним пьесу «Good Test». Собственно говоря, так называется наш диск, который вышел не так давно, по-моему, в этом году, да? Наш концертный диск продается на стоечке, впрочем, и другие наши совместные изделия музыкального промо промышленности, да. И пьеса эта веселая, разухабистая, повествует о здоровой печени, и вообще веселиться, как говорится, никому не запрещено, поэтому кто хочет, может заказать еще коньячку, вот, и пуститься в пляс после нашего концерта, конечно. Thank you.
Дорогие друзья, я с удовольствием представляю вам организатора, автора, веселого, замечательного человека, прекрасного папу, отличного художника, рассказчика, музыканта, юбиляра,
Встречайте, Владимир Головухов. Огромное количество музыкантов принимало участие в записи, и работа была проделана очень большая, интересная. Мне кажется, что вы получите очень большое впечатление и удовольствие. Ну вот, а мы так неожиданно потихонечку начинаем. Thank you.
важнейшее движение в природе – это противоположности между собой, вертится, крутится. Ну, а в нашей жизни, конечно же, мужчина и женщина. Это удивительный источник энергии и нервных заболеваний. Следующая пьеса посвящается искрометному танцу двух разных стихий, которые подчинены вот этой вот удивительной вот этой вот парадигме. Притягивается, отталкивается, опять притягивается, отталкивается. Это вот это вот конфуока, пьеса о страсти. Thank you.
Приглашаю на сцену дебютанта выступления нашей группы Евгения Ивашова. И любезно согласился поиграть с нами Серж Клименский. В общем, да, тема известная. Тревога разлита вокруг, на улицах, в подъездах, в пробках. В то же время существует надежда. Надежда на то, что мы все вместе с вами здесь, это те удивительные люди, которые нигде больше жить не могут. Вот мы здесь все вместе как-то вот существуем и полны надежд на лучшее. Тревоги и надежды. Так называется наша следующая композиция. Thank you.
Мы вчера, да, по-моему, вчера, да, вчера, опять же, про Норильск. Сидели в Норильске, в аэропорту, большой экран, по-моему, Samsung, огромный такой телевизор. И там показывают молодых людей, они, звука нет, потому что объявляют без конца, объявляется там посадка на какой-то. Вот. Но вот такие молодые люди, у них там прически, они какие-то на машинах ездят, то ли в Турции, то ли в Тропикане, где-то непонятно. Такие довольные все, и в то же время несчастные, потому что это клип какой-то. Там девушка тоже, в общем-то, судя по всему, не испытывает недостатка витаминов и денежного удовольствия. Тоже о чем-то грустит, они что-то хотят вместе друг другу сделать, сказать. Ну, такая, в общем, любовь. Вот. Ну, все завороженно смотрят, все равно делать нечего. А ведь так вот, если подумать, ведь любовь — это ведь большая работа, и с возрастом понимаешь, насколько это хрупко, насколько это работа. И, ну вот мне повезло, большое счастье встретить человека такого, который помогает и понимает. И, наверное, как говорится в китайской поговорке, в хорошем разговоре не все говорится, и в чувствах не все возможно высказать словами. Но вот следующая пьеса посвящается той удивительной любви, которая не нуждается в показах на экранах и повествовании для скучающих, ожидающих свой рейс пассажиров. Thank you.
«Дорога за горизонтом». Так называется следующая композиция, ну, название этой пьесы. Можно угадать название нашего альбома «Дорога за горизонт». Thank you.
Хор мальчиков. Мы с Андрюшей Ласкиным ездили в Химки. Детишки вечером, все измученные, стоят, жмутся, им родители звонят снизу, с первого этажа, где они живут. Что вы делаете? Поем, поем, поем. Детишки несчастные. Вот. Ну, а хор-то, конечно, гораздо, так сказать, оптимистичнее, если ты побольше, и большое удовольствие работать вместе с настоящими профессионалами. Итак, хор Владимира Сидорковича, песня называется «Друзья». Ну как песня? Пьеса «Друзья». И Сережа Кривянский опять на сцене. Нужно некоторое мгновение, чтобы разместиться. Да. Некоторое время нужно для того, чтобы подзвучить. Я хочу сказать, что идея самого диска, она давно меня очень, не то что мучила, а вдохновляла, наверное, так можно сказать. Потому что то, что я вижу вокруг себя, в основном, все это понятно. Понятно, такое тяготение к малым формам, трио, квартеты. Я получаю большое наслаждение, удовольствие, в меру своей воспитанности, от того, когда много тембров, когда насыщенная фактура, когда разные инструменты подхватывают, поддерживают, и такая вот могучая река, которая полноводная.
Конечно, мечтал об этом диске очень давно, и так получилось, что получилось. Я, конечно, очень счастлив. А самое главное, насколько в России, в Москве много удивительных музыкантов. Это огромное счастье. Так вот задумал, а что если использовать хор? Да, хорошо. А что если такое это? А что если такое? Да. Были бы деньги, все что угодно. Да. Да. Надо сказать, что инструменты, которые использовались на этом диске, наверное, я впервые использовал большой очень круг шумовых ударных инструментов, очень много перкуссии, разные шушалки, перечалки, собирал все позвоночки такие, как это шумелки, поэтому у кого есть хорошая аппаратура, ну, когда вы приобретете диск, вы обязательно вот послушайте там очень несколько планов таких. И что за стоит тут нахваливаться? Работа по ночи вдохновляет. Да, сейчас уже практически. Вот. Кто же такой был Шекспир? До сих пор множество томов написано на эту тему. Кто же он писал? И был ли он вообще? Да. Говорят, что Сервантес скрывался под этим именем. Не знаю. А еще я слышал такое мнение, вот недавно мне, по-моему, в маршрутке сказали, что это многие пьесы написаны не им, а женщиной. Женщина писала многие произведения, уж настолько язык там женский такой, характерные обороты. Вот. Да. Да, вот так. Хорошо, спасибо. Я вот что хочу сказать, Володь. Когда позвонила Раик и сказал, Володь, нужно помочь хорошему человеку записать. А когда мы узнали, что этот хороший человек Володя Галухов, то как бы сомнений не было, что надо ему помогать или не надо. Друзья, как называется песня? Thank you.
выступление заключительной пьесы, называется «Песни мира». Я приглашаю Антошу Бурбунова на сцену. Антоша, залетай, здесь ли? Антоша, залетай. Антоша, залетай, пока не появился. Но я думаю, что в момент... Да, и мы приглашаем Антошу, залетай, совершенно неожиданно выныривает из-за кулис. Антоша, голубчик. Thank you.
я с большим удовольствием представляю вам участников сегодняшнего концерта. Вокал Ивашова Евгения Олеговна. Спасибо вам.
Спасибо. Приготовила удивительный профитроли, их достаточное количество, и надо ими полакомиться. Поэтому все быстро, пожалуйста, не уходите, сейчас мы будем пить чай с удивительными сладостями. Я благодарен своим друзьям, огромное вам спасибо, очень благодарен Мише Фронштейну, который помог сделать, благодаря которому. И спасибо вам, дорогие друзья, что вы есть. Потому что выступать для вас это огромная честь. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Спасибо.